Так, всем здрасте. Я хочу рассказать по поводу скотча высокопрочного FlexType китайского производства. Не знаю, не видел я в интернете отчетов по этому материалу для бассейнов, но очень-очень хорошо подошло с наполненным бассейном каркасным. Вот такая вот проблема. Было множество дырочек. Вот там вот в воде, потом ближе покажу, вот там и вот она, я показываю, вот переворачиваю, вон она в воде, видите, латочка стоит, очень хорошо держит изнутри, и большая стоит снаружи, очень хорошо держит, так что можно спокойно клеить на заполненный бассейн с водой, очень хорошо, без потёка ничего, вообще идеально, крепится очень хорошо. Дырки были довольно-таки большие. С головку иглы вот видно подтеки. Вот они. Вот. Самое главное, соблюдайте технологию, как правильно его наклеивать. Все. Всем добра и бабла.